В среду днем в одном из дворов на Шереметьевском проспекте взорвался гараж. По словам местных жителей, строение было заброшено. В последнее время в нем складировали мусор. Однако среди содержимого гаража оказался пустой газовый баллон, который стал причиной взрыва. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Сотрудники МЧС прибыли на место возгорания в течение 2 минут. А уже через 20 огонь был полностью ликвидирован.